Друзья, гости канала, всем привет! Приехали сюда пособирать грибы, но это уже не первое место. Основной сбор грибов смотрите на основном нашем семейном канале. Ссылку я добавлю на YouTube в описании. Смотрите в описании. С прошлого заезда там немного было грибов, решили переехать с сыночком, поискать здесь, пособирать. Здесь мы нынче уже были один раз. Посмотрим, что чуть наросло. Погуляем. А то у меня давно уже на канале не было походов в лес. В лесу красота. Вот березнячок такой. Место красивое. Так, сыночек, внимательно. Здесь сейчас пройдем, посмотрим. Все, сейчас я на штативчик поставлю, посмотрим. Сыночек, уже первый грибочек. Пока я тут снаряжаюсь. Смотри внимательно. О, еще нашел. Молодец. Значит, я найду. Просто приезжали здесь, в начале грибов почти не было. Собрали мы тогда чуть-чуть совсем. Вот тут уже хожно-перехожно, конечно. Ну, как говорится, мы свои грибы найдем. Ну, хорошо потоптали. Видать стало лучше. Всю траву посбили. Ну, я тоже нашел маленький-маленький. Вот кто-то резал. А вот и маленький. Да. О, первый гриб. Смотри, крошка. Еще нашел. Собирай. Ах, в лесу тихо сегодня, хорошо. Сегодня воскресенье. Как-то странно. Грибники, походу, с утра были. Так, вот, значит, дорожка. Это сейчас по ней давай пройдем. Туда-сюда. По ней частенько попадались грибы. Ну, я один нашел. Вот рядом резанный. Тоже нашел? Молодец. Ох ты. Паутин. Кошмар какой-то. Так, ну дальше смысла нет по ней идти. В ту сторону сейчас пойдем. Еще попадались? Тебе сегодня что-то везет. Я сейчас пока вообще никак. Хуй, только паутины хожу собираю. Еще ничего папе не оставил. Так, давай все-таки здесь пройдем еще. Нормально посмотрим. И пойдем туда дальше. Что здесь, как правило, все пробегают мимо. Что-то грохот какой-то стоит, да? Ехали поле, там уже сено убрали же. В рулонах все стоит. Красота. А я нашел грибочки.
два, еще два. Что-то нынче пока не густо, мы даже двух ведер еще не набрали. За все время ведра полтора всего. Сухо, дождей нету. Ну, коммерсанты торгуют, грибов много продают. Вопрос только, где их собирают. Ну, либо не спят, как мы, а днями в лесу кто-то ходит. За день-то можно набрать, а просто ходить весь день придется. Так, пойдем сейчас по папоротнику, так вот по краю туда, тихонько, на ту поляну. Может, что-нибудь насобираем. Нет, так погуляем хорошо. Сейчас значит вот осинник идет, да? По нему там трава высокая, там грибы тоже попадались. И здесь вот справа мы не ходили в прошлый раз. А сейчас походим. Вернее, слева. Так, идем. Фу, блин. Мошка. Хорошо растоптали уже, да? Прям нормально. Я эти дни занимался машиной, вчера поставил лобовое, и еще получается я крылья все-таки снял, почистил, покрасил вчера, сегодня поставил. А снимать не стал уже, время было позднее. Да и время на съемки надо, на монтаж. Я сегодня решил машиной не заниматься, а уже в лес ездить. Время упустишь, потом все уже грибы отойдут. Ну, что-то вообще как-то вяло, да? Дождей надо. Денька бы на 4 таких хороших. Вот тогда в лес бы милое дело было ехать. И дороги были бы грязные. Грибников бы было меньше. У нас была дорога хорошая. Говорится, хоть бы с боком катись. Сейчас сенокос. Дороги раскатали. Хорошие. Все вытоптано. Странно, и резаных-то не видать. Многих рвут, это ломает сразу с этими. С корнем потом чистят уже. Ну, мы так не делаем, домой не возим все это. Добро. Так, Максим звонит. Лес хороший, удаление небольшое здесь, но связи вообще никакой нету. Дозвониться можно,
А антенн нету, не слыхать ничего. Максим звонил. Ну, вроде как, более-менее поговорили. Домой приеду, перезвоню. Все-то пока вообще никак. Пойдем в ту сторону. Все-таки надо было ехать за пасеку, сыночек, да? Ну что, завтра съедем. Дождик нужен. И то мы так грибов на зиму не насобираем. Как говорится, зима близко, маленько осталось. Нашел что-то? Да, говорит. О, нормально, а ну-ка. И не один даже. Молодец. Сейчас пройдемся. Может, что-нибудь не обломится. Ничего папе не досталось. А, не досталось. А, нет, это листики желтые. Я тоже обрадовался. Видишь, что тоже есть. Паутин полно, вот это прям накаливает. Вот это москиты чем-то мешают. А мне-то они прям в лицо, пауки да паутины. Такое неприятное ощущение. Вот тут кто-то юзал прям. Что, еще нашел? Ты красавчик. Сыночек научился грибы искать. А папа порожняком ходит. Обалдеть, я вообще ни одного еще не нашел здесь, когда зашли. Да, паутины крепкие. Так, ну все, мы пришли. Пойдем в ту сторону. Сейчас, по-моему, папоротник еще подрос. В нем тоже могут быть грибы. Ну фиг видишь. Ну, тут уже кто-то пробежал. Вот еще хорошо, они сейчас, смотришь, траву примяли. А, видать, будет лучше. Ничего, после прошлого раза, да? Как будто кто-то ползал. А? Срезанные. Смотри внимательно. Да. Как будто ползали, но. А я все равно нашел. Хоть и ползали. Опа. Правда, один. Всего. Вот, еще один нашел. И еще два. О, хорошо. А даже больше. Три, наверное. Три. И еще вижу. Ну, теперь я буду ползать. Так, вот он сидят. О, три даже было.
ножку обломал. Сейчас тоже почистим, заберем. Фух, мухи. Да, что-то прям нормально. Собирал. Позже будет вообще здесь, сыночек. Прям протоптано все. Ну, лисички растут до первых заморозков, так что нарастут еще не раз. Так, надо на центр полянки пройти. Край тут. Ну, тут вообще ленивые, да? Они прям в грибы заезжают. Дорогу тут накатали. Мы один год были тут на буханке, на серенькой приезжали. Толпой тут. Конечно, было весело. Фу. Я думаю, гриб нашел. Ой, блин. Вот под березками, смотри, тоже хорошо, внимательно. По ямкам тут твердо, хорошо. Что-то мошка совсем это озверела. Это действие мази уже прошло. Что-то вообще не густо пока что. У нас двух мест пол ведра наберется, то на двоих-то хорошо. В прошлый раз мы с тобой здесь где-то и собирали. Больше у нас нигде не попадался. Сейчас туда дальше пройдем еще. Странно, груздей нету. В прошлые года здесь грузди попадались нормальные. А нынче пока вообще ничего нет. Вообще ни одного груздя не видел. Ни одного. Ничего тут раскатали. Фу. Прям дорога. Ну, я нашел лисичку. Прямо на дорожке. Целая, нормальная. Так, рядышком. Да, прям на дорожке росла. Вот еще давленную нашел. Ох, мошка в глаза лезет. Фу. Детальки мы заберем. Так, вот маленькая еще есть. Фу.
в паутине, в мошке, это вообще, конечно, кошмар. О, чуть не наступил. Тоже нашел? Собирай. Хорошенько. Шмар, что-то я не намазался зря, наверное. Мошка прямо атакует. Жестко. Тут, конечно, да. Каждый год так. Позже будет вообще прям травы не будет. Только возле деревьев останется. Остальное все вытопчет. А потом последние, когда лисички идут, уже хорошо собирать ходить. Трава вся выбитая. Ну да. Как будто табун прошел. Туда-сюда. Солнце же есть, светит яркое, вообще ничего не вижу. Нашел? Молодец. Грибы растут все равно. Хоть и потоптано все. Так, о, прямо на дорожке. По штучке. Это уже получается после грибников выросли. Как бы растоптали их. С другой стороны лисичка. Они бывают светлые, бывают желтые, бывают такие прям оранжевые. Фу. Прям на дорожке была? Проморгал кто-то. Все протоптали. И
Я читаю резинок-то не вижу, топтано-то топтано. А чтоб там что-то, говорится, после оставалось. Не додавили. Тоже у меня на четвертый или пятый, наверное, потоптыш сегодня. Ох, мошка. Кайфует. Спрятались. Сидят. С краешку. А, даже три. Я думал, две. Еще одна. Вот, маленькая. Но сбоку уже насквозь прям дырявая. Сейчас порежу. Ну, это вырежу потом дома. Перебирать не. Так, что, нашел? Хорошо. О, эти березки мы тогда ходили. Трава была вокруг них. Теперь ничего нету. А, ну дядь, вокруг нее еще походим. Тоже грибы попадались вот это вот так вот. Вокруг. Раньше. О! Я еще нашел. Потоптанный один. И нормальный еще один. Хорошо. Тут интересно бывает, попадаются ножки толстые. Есть места, где ножки попадаются у грибов худенькие, а тут прям таки нормальные. Фу, только присядешь, все, мошка тут как тут. Глаза не открыть. Что, грибы? А? Грибы? Ага. Ну что, присел. Он порезанный нашел. Ну и то помаленьку-то собираются. Уже неплохо. А? Нет. Смотри, рядом. Я бегу здесь, надо вокруг хорошо походить. Хорошая кучка была. Кто-то нашел ее. Кто-то до нас. Тут прям вот так вот вокруг здесь надо походить. Потому что так вот папоротник уже смятый. Папоротник не видно плохо. А, скоро его примнут. Прям голо-голо будет все. Нашел что-то? Вообще-то забрякал ведром. Фу. Ну, мошка вообще дурела. В москитке хорошо, да? А я костюм не одел нормальный. О, кто-то не дорезал. Маленькая одна осталась. Жадный резал. Торопился.
Вот такие ножки были толстые. Хорошие были лисички, крупные. Фу. Да, в лес надо в москитке ездить. Сейчас, дело к осени. Подавлишь. Еще нашел один. Вот еще один. А, совсем развалился. Да, насекомых бы не было в Сибири, был бы рай. Хорошо бы тут было. Грибы, ягоды растут. Так что за насекомых в лес не сходишь. Не разденешься, когда жарко не походишь. Что-то вообще как-то грустненько. Да, сыночек? Не густо. Нашел еще один большой. Так. Да, скоро тоже будем ползать. Были бы грибы, можно было и поползать. Так, по чуть-чуть. О, еще. Еще нашел. Целых три. Еще один. А, это не лисичка. Что-то другое. Еще одна лисичка. Даже две. Фу. Сухие края грибов. Сухо. Сухо. Ох, не ведро-то. Так, еще две вижу. Вот одна маленькая. Еще одна. А, это нет, это не лисичка.
Значит, в папоротник зашел, край размял, 3 гриба нашел. Целых 3. Нормально. Молодцы мы, все равно. Что это? Поганка. Можно с палкой ходить. Еще палку с собой таскать. Сейчас левым краем пройдем, там мы там не заходили еще. Странно, конечно. Что-то грибов мало. Ну, скорее всего, мы опять припозднились. Сейчас так вот влево обойдем папоротник этот большой, там по краю все наши грибы попадутся, и здесь могу еще попасться, и там на выходе пройдем еще папоротник, может не броется, там не будет грибов, он плотный сильно, был бы он пожиже, были бы грибы. Что, нашел что-то? Нет. А смотришь? Нет, сыночек по первости ползу по папоротнику. Туды и сюды. Да. Думал, грибов наберу. Папоротники темно сильно. Они тоже свет этот любят. А, паутина опять залез. Кошмар какой-то, мух сидит, мошки. Просто ужас. Лучше бы дождик шел. Вот, видишь, как вытоптана. Значит, надо вокруг посмотреть хорошо. А? Резаные. Они тут и были. Вот тут край хороший, там вот край хороший, и все. Тоже как бы не везде растут-то. Что-то результат пока так себе. Сколько ходим, ходим, как бы нашли немного вообще. А? Хороший был. Ну так, маленько пособирали. Сейчас там на выходе еще походим. Голова штива уже устала. Таскать его, блин. Телефон тяжеленный. Так что что-нибудь путь не попадется. Покажу вам еще. Покажи, 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 какие красавицы, ну-ка. Вот это красавица. Вот еще. И дальше за ней еще. Вообще нормально. Видишь, да? Ага.
Неплохо. Вообще неплохо. Да мы вон ходим, машина вон стоит. Рядышком. Ну что, время у нас без 15.05. Результат у нас неплохой. Почти по пол ведра мы набрали. Ах, замучился кормить насекомых, конечно. Мошка, мухи в лицо лезут. Тяжело. Сейчас дойдем до машины, покажу вам результатик наш. Поход двух мест. Результат. Вот мое ведерко. Вот сыночка. Сегодня вровень. Даже, наверное, побольше сыночка маленькая. Мошка, конечно, мухами просто одолела. Хорошо стало, сейчас ехали. Стекло новое, вообще классно. Вообще шикарно. Все, друзья. Всем пока, всем добра.